Сегодня 29 мая, сегодня выпускной у четвероклассников в основную школу. Папа, дядя. Так, помашите ручкой. Знаете, где смотреть? Да. Все подписаны? Все, лайки, репосты. Сегодня вечером смотрим. Лайкаем, репостим. Вот они. Да помахали, помахали. Дорогие ребята, уважаемые родители, папы, мамы, дедушки и бабушки, уважаемые дети, сейчас мы все немного волнуемся. Наступил день прощания с начальной школой. Пролетели эти годы удивительно быстро. 4 года мы вместе с вами поднимались по ступенькам наши лесенки, знания. Учились читать, учились считать, учились дружить, учились жить по законам нашего школьного дома. Сегодня нам и грустно, и радостно. Грустно, потому что осенью вы пойдете учиться в 5-й класс. У нас будут новые ученики. А радостно, потому что вы все повзрослели, стали умнее, сдали экзамены и многому научились. Сегодня ваш выпускной праздник. Давайте поприветствуем наших выпускников.
кашу сваришь, он любит спорт, ответственный в делах, надежный друг и замечательный товарищ, и дружбой дорожит не на словах. Итак, награждается Матвей Бунько за успехи в учебе и сразу же благодарственное письмо. Уважаемая Любовь Михайловна, за воспитание сына можно выходить с родителями, чтобы дети вам сразу все грамоты отдали. Где мамочка и бабушка? Ага. Год всего лишь в нашем классе. Она добра и любит рисовать. Еще отзывчива, дружить умеет, ясно. И по-английски говорит на пять. За успехи в школе и благодарность родителям. А сейчас, ребята, ваш вальс. Никитин Рома и надежен. Своих эмоций не показывает он. Настолько сдержан, что представить невозможно, чтоб он был чем-то очень сильно возмущен. Никита получает грамоту за хорошие успехи в учебе. Рома, прости. Лиза любит спортом заниматься. Немало было уж побед. Душа компании, приятно с ней общаться. Ни в чем подругам у нее отказа нет.
Лиза получает грамоту за прекрасную успех в учебе, а родители получают благодарность за воспитание прекрасной дочери. Спасибо. Катя Сидоренкова. Катю нашу уважают не напрасно. В учебе Катя. Алфавит. И прекрасно теперь знаем, что все самые приятные в школе слова начинаются на букву К. Какие это слова? Козел. Слушаю. Карамель. Каша. Киндер-сюрприз. Киска. Конфеты. Клад. Клубника. Кино. Да, здорово. В школе корова, да. Самые лучшие слова. А все самые плохие слова начинаются на букву Д. Дура. Д. Да. Ну, кто мне скажет слова на букву Д? Дождик. Скоро будет, наверное. Драка. Что? Домашнее задание. Двойка. Да. Не готовились. Дневник. Спасибо мне, да? Пока идет у нас выпускной 4 класса. Здесь начался шухер. Гром гремит. О. Ну хорошо, польет. Польет, это хорошо.
Журчат ручьи, летят грачи. И сердце тает, и даже пень. Ну, сейчас быстренько пройдет, а там солнышко будет светить. Он даже сейчас он уже начинает. Ой, хорошо. Полило, и поливать сегодня не надо. Это гуд. Танец танцевали, я думала, дискотека началась. Последняя финальная прощальная песня, вот эта маленькая страна, она нам говорит о той маленькой стране начальной школы. И мы с вами, дорогие ребята, прощаемся, но только на лето. Надеемся, что увидимся в 5 классе. Вы нам обещали прибегать на перемену. Мы еще увидимся и на одном уроке. Надеюсь, будет один из любимых уроков. Что за урок? Очень аббревиатура сложная. Наверное, у нас даже и родители не могут перевести. Мы благодарны родителям за помощь, оказанную в течение 4 лет. Эти плавать не имеют примера, к сожалению. И с Ириной Анатольевной говорим большое спасибо за ваших детей. За ваше понимание, за ваше внимание, за ваше терпение, за вашу доброту, за вашу ласку, за все то, что вы давали нашим детям. Вы сейчас их запускать пойдете? Да! Вы снимете? А лайк поставишь? Поставлю. Все, понял. Но если я не поставлю...
Это у нас какой четвертый? А, пятый? Пятый Б. Четвертый Б. Уже пятый. Отпускаете начальную школу, да? Четыре года знаний. Сейчас улетят вверх. Встаньте вниз, встаньте вниз, вот сюда, подождите, еще вниз, на ступеньки встаньте, чтобы красиво, чтобы вы одни на второй, на третий, чтобы вы так лесенкой стояли, чтобы всех было видно. Загадывайте желание. Побольше чаевых. Полетели. Догоняю. Ну вот так закончился, прошел дождик, на улице хорошо. А?